Игорь, с победой сегодняшнего матча прокомментируй, пожалуйста, игру. Первая игра, вторая точнее уже. Ну, тяжело было, но это предсезонка, все под нагрузкой. Хорошо, что выиграли. Прокомментируй, пожалуйста, свои голы, как происходил эпизод. Первый раз мы убежали в контратаку, а во второй раз просто сыграл на добивание. Все благодаря партнерам и удаче. Завтра предстоит игра с Салаватом Юлаевым. Насколько тяжело будет подряд второй день играть? Сейчас идут сборы, каждый день под нагрузкой, я думаю. Точно так же, как и сегодня.